Для Мыс Востока год 2010 – это год модернизации и развития. В уходящем году филиалом была освоена самая большая за всю историю магистральных электрических сетей Востока инвестиционная программа в объеме 23 миллиардов рублей. 56 и 72 подстанций, 220, 500 киловольт МЭС Востока была проведена реконструкция в том или ином объеме. Установлено безотказное оборудование, которое не требует дополнительного обслуживания, более надежно, адаптировано к суровым климатическим условиям и резким перепадам температур. Что для нас АТЭС и ВСТО? Это не просто аббревиатуры, это десятки новых магистральных сетевых объектов. Так только по Приморскому краю в 2010 году велись работы по созданию 13 новых магистральных объектов. 8 напряжением 220 кВ непосредственно будут участвовать в электроснабжении объектов саммита АТЭС. И еще 3 объекта 500 кВ необходимы для создания кольца на юге Приморья. Уже в июле к 150-летию Владивостока была включена под напряжение подстанция 220 кВ «Аэропорт». Кстати, ее строительство было начато в феврале этого года. Именно эта подстанция обеспечит электроснабжение расширяемого аэропорта города Владивостока Кневичи и нового жилого комплекса города Артем. Ведется начатое в этом году строительство подстанции 220 кВ «Зеленый угол», «Русская», «Патрокол», 4 воздушных линий электропередачи 220 кВ. Полностью завершить работы по строительству энергообъектов намечено в следующем году. Под пристальным вниманием руководства ФСК находится как реализация этих проектов, так и внешнее электроснабжение объектов трубопроводной системы Восточная Сибирь, Тихий океан. В 2010 году было начато строительство 5 линий электропередачи 220 кВ в Приморском и Хабаровском краях, которые обеспечат электроснабжение нефтеперекачивающих станций НПС 38, 40 и 41. В сентябре этого года поставлена под напряжение вторая линия 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС в Нижний Куранах в Якутии, которая призвана обеспечить первую категорию надежности – НПС 17. Успехов и удачи!